Всем привет, народ. Мы снова вырываемся в мир Need for Speed, только в GTA San Andreas, он же MTA. Ну, в общем, не будем терять ни секунды. Поехали. И как мы видим, Ерос вырывается вперед, а у нас, кстати, два таких же паренька, он на Манане, такие, как и мы. Только что-то... А что такое, ребята? Что-то они как-то их закрутило резко, там походу столбы херово сбивались. Ну, в общем, ладно. Вот, вот этот Евро сдубасит, он у него старт лихой вообще. Ну, мы сейчас это можем наблюдать. Я чувствую, тут надо тормозить. Да. В смысле, это как мы зависли так круто? Ладно, потопили дальше. Динамичность. Гонки, уровень. Так. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Тихонечко. Так, братиш, что-то ты как-то вообще. Йоу, кинокамера, вперед. Где-то, наверное, оп, вот так вот. Да, она, конечно, сильно перегибается у нас тут. Вот этот парень, или вот тут что четвертый едет, вот видите, он вложился в тюнинг. Точнее, не в тюнинг, а в кастомизацию внешней. То есть бамперки, там раскрасочка, все эти понты, короче. Я считаю лично, что это неправильно. Вот видите, у нас, пусть она, ну, скажем прямо, она не очень симпатичная в стоке машинка. Но мы хотя бы вторые. Ну, это пока что правда. Вот. Все, конечно, может поменяться, я не спорю. Малейшая ошибка и все. А он четвертый паренек, тоже на Манане, который дубасит. Он тоже, все, есть. Вот. И мы победили. Ну что ж, переходим к следующей гонке. А вот тут вот, ребята, я чувствую, мы с первых секунд же будем позади. Охеренный у парня тюнинг. Фрагил Пен. Знаю, у тебя охеренный тюнинг, если вдруг когда-то, может быть, посмотришь мои видосы. Ну и, собственно говоря, то, что я и говорил. Он улетает вперед с первых же секунд. А вот что-то вот паренек. Йоу, а ты дрифтер, что ли? Ну, походу, боком повороты проходил, и это его затормозило. Но мне кажется, он сейчас нас легко нагонит. Хотя тут 4 круга. Я думаю, это будет жарко. Ладно, что это жарко не будет. Да, тормоза у нас днинские, конечно, надо вложиться в тормоза. Потому что видели, тормозил до лампочки то, что я тормозил. Да, надо будет качнуть тормозики. Ладно, возвращаемся в гоночку, а то мы как-то сильно заразмышлялись. И мы пока что вторые. Мне это нравится, потому что по машинам, именно по характеристикам тачек, у нас самая убогая, скажем так, ну, самая медленная, пусть будет уже более лояльна к машине. Вот. Ну, тут что первый улетел, он, я не помню, как, что-то херовое, я помню тут машину, у него там что-то 320 с чем-то РП, против наших 195, господи. А у того типочка тут, что третий едет, вот это СС-974, у него там 250, около того. Ну и как мы видим, надо не лошарить, чтобы быть... А, что-то я фразу раньше сказал времени. Я думал, он просто сейчас меня на этой ошибке объедет, но походу нет. Ну ничего, 4 круга, еще все может измениться. Но паренек не отстает или не спешит, я не могу определиться, какая у него тактика и что он вообще делает. Он собирается побеждать в этой гонке или нет? Мы идем вторые, мы хотим заработать денежек и РП для прокачки машины. Я думаю, в этой серии попытаться открыть новые виды тюнинга на улучшение. Я хочу все-таки как-то колеса поставить. Ну, это уже так, это второстепеночка. Главное у нас сейчас прокачка, я считаю. В принципе, во всех гонках вот... На моей памяти, честно сказать, что я играл. Ух ты, это было красиво. Лайк за дрифт. Вот. В гонках, которые я играл, на моей памяти, где нужен был тюнинг, ну, такие как NFS. Конкретно вот Most Wanted. Там я старался сначала вложиться в тюнинг. Да и вообще в жизни, знаете, прикольно так вот, да, кажется, вот какая-то там чафеличная машина, там, не знаю. Вот, хорошо, давайте возьмем не чафеличную, а возьмем... так, ну, девятку, да, допустим, взяли мы девятку. Да, она переднеприводная, не дрифтовая, но берем девятку.
Вот представьте, вы такой на Мерседесе, такой своем серьезном, таком там трехлитровом, каком-то мощном, там Ешке или еще каком-то любой. На ваш выбор, или BMW, как все бы хотели бы. Вот. Подъезжаете такие там, на стиле, все дела. И тут рядом с вами какой-то бумер. И еще он, зараза, погазовывает. То есть, ну, как любят жигулисты некоторые. Нацепить на свой Жигуль на стоковую банку здоровую, глушак, чтобы он ошарал просто. И вот стоите вы на Мерсе, там, на бумере, на чем угодно. И эта Жигуленка рядом с вами хочет погоняться. Ну, это ж логично. Это сразу видно его и по глазам. И вы дергаетесь, и он улетает. Вот я примерно так же хочу сделать с Мананой. В общем, пока был мой монолог, мы проехали незаметно, лично для меня, 4 круга. Ну и, ребята, переходим к следующей гонке. Надо ж хоть раз победить. Итак, мы переносимся теперь на дрифт. Вот это будет весело. И мы с султаном и интрудером просто. Ну вот, честно говоря, вот меня интересует, что будет с султаном. С султаном. Тихо-тихо, давай, поехали, поехали. Мы первые вырвались именно вперед. Но на это все срать хотели, потому что это дрифт, а не обычная гонка. Ох, тут бы чуть-чуть еще скорости и ускорениться бы, может быть, было все хорошо. А мне кажется, или мы сейчас пока что первые? Это, конечно, на удивление хорошо. Накаркал, как обычно. 1600 слетело, во лох. Ладно, как обычно в дрифте, дрифтуем. Напрямую в бок, влево, вправо. Так, в принципе, все всегда делали. Если вы так делали, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас. Я думаю, так многие делали. Напишите мне в комментариях, как, по какой тактике вы побеждали в дрифтах. В Need for Speed том же. Или в этом Need for Speed, если вы тут играете. Ой-ой-ой, что-то я заговорился. Меня смущает, что у пацана вот третьего вот этого Барни и Шоуми у них по ноль. Либо они сейчас такое комбо выдадут, что я охерею со своими 19 тысячами. Либо им что-то сегодня просто не везет. Ух ты, повезло, что мы не врезались. Интересно. Мы сможем затащить? Просто тут один на Султане. Он, ну, Султанчик не херово так. Можно на нем хорошо словить очей. Очень даже. Ух ты. Французский был только что. Это было красиво. Так, пока что мы реально в лидерах. Я надеюсь, так оно и останется. Тихонько. Есть, не коснулся. А, вот видите, то, что я и говорил. Шоуми выдал сколько мне? 247 тысяч. Ну, собственно говоря, пацан к успеху шел, и он к нему пришел. Мы уже ни хера не успеем сделать за 2 круга. А вот он комбо хороший собрал. Мне кажется, что-то. Я не, правда, не рассмотрел их ники. Но мне кажется, что это тот, у которого султан. Что-то вот, ну не знаю, вот у меня чуечка такая. Или это я сильно преувеличиваю возможности султана и, так сказать, умения того парня. Но все-таки. Вот одного крутит Ленку. Или одну. Ее закрутила. Это у нее 5000 или у нее ни хера? А у нее 5000. А где Барни? Мне интересно, чем занят паренек по имени Барни. Вот просто. Ну просто у него очей вообще по нулям. У нас хоть 55 тысяч. Да уже все, Шоуми можно даже не париться. Он и так затащил. Он может просто стоять на месте и стоять. Даже, честно говоря, при всем желании, больше чем уверен, что мы его не возьмем. О! Все. Вот то, о чем я говорил. Вот и Барни показался. Ну вот. Вот так вот работает система дрифта, товарищи. Во всех Need for Speed'ах. Но она мне нравится. Независимо от того, выигрываю я или проигрываю. Тоже так делал. Но я делал так в одиночке. Потому что у меня машина была не переднеприводная. Или физика была лучше. Я точно не помню. Как говорится, плохому танцору кое-что мешает. Вот видите, он так, он медленно, не спеша, но он дрифтует. То есть тут можно сделать вывод, кто первый едет, тот вообще почти не дрифтует. Или дрифтует, но очень слабо.
Потому что тот, кто последний, ну, скорость же замедляется из-за этого. Ты ж углы раздаешь. Он как парень на Султане. Он четырьмя колесами взял и погреб, погреб. Вот Шоуми. Это он на первом или на втором? Давай, давай, 19 тысяч. Это, наверное, все лучшее комбо мое за всю игру, что я играю в Need for Speed. Он Шоуми, да. Но он на втором. Но он первым выдал. Первым выдал хороший результат. А нам хотя бы остаться на третьем месте. Второй раз всираем. Лучшие наши 19 тысяч были. Тихо. Интересно, если сюда на нее, на эту мананку навернуть нормально так ускорение. Я только, правда, не знаю, ускорение или именно скорости. Просто что мне больше поможет? Я думаю, ускорение. На Need for Speed, я же, как уже говорил в прошлом видео, я все почти пол игры, даже, наверное, больше, чем пол игры, прошел на Hyundai эти брони. Помните такого? Если не помните, то Google поможет. Он сюда всем помогает. А вот Ленка что-то сдает позицию. У него то ли... А, у него вот этот заднеприводный, один из первых седанов. Но он заднеприводный, должен был нормально так тащить. Мне кажется, или я пацанам всю жизнь испортил тем, что я финишировал. Вот видите, мы финишировали первыми, а могли бы еще нормально заработать. Ну, сейчас посмотрим на их результаты. Итак, вот Барни на Уранусе 797 тысяч, а на Султане 740. Ну, то, что я говорил. А мы со своими 117 курим нервно в сторонке. Ладно, давайте финальную гоночку на сегодня. А вот, ребята, еще один классный режим доступен. Ёб твою мать. С кем мы сейчас будем гоняться? Это мрак. В смысле, мы что, на дизеле? Ёб. Какое позднее, я даже не переключился. А как тут? Твою мать. Это ж на плюсиках все. Просто. Ой, господи, это неудобно, конечно. Ну ладно. Так, мы третьи. Вот тут можно проверить нашу максималочку. Я всрал, сука, именно из-за переключения. Давай, 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 давай. Есть. Ну! Алло! Не может у меня быть три передачи. Вы гоните три передачи, сука! Больные ублюдки! Вы покажите мне хоть одну машину с тремя передачами, блин. Ну, алло. Охереть. Три, мать его, передачи. Не, ну то, что мы третий, это понятно. Три передачи. Не, так дело не пойдет. Еще одну. А вот тут, народ, мы уже поборемся за второе место. Смотрите, какие с нами мощные типы. Вот этот Вашингтон, он нам по силам. Так, давайте не будем заговариваться, а полетим и поборемся за второе место. Потому что есть вторая манана, вон она, вырывается вперед. А, ну конечно, ты же с бустом, паренек. Ну тогда все ясно. Просто у него РП 201, у меня 202. И получается, оказалось, он и все. Теперь нам остается только смотреть, чтобы остальные нас не догнали. Ну, там чисто интрудер, по-моему, улетел, если я не ошибаюсь. Он так называется. У него 354 РП. Так что поэтому я и сказал, поборемся за второе место. Ну вот, вторыми приехали. Уже, ну, все равно печально немножко. Но все-таки лучше, чем ничего. Так что это весело. Достаточно таки. Это, конечно, было потно. Шучу, не потно, конечно. Но надеюсь, мы доделаем нашу машинку. Вот я немножко тут аэрографию натулил. Ну, чисто, чтобы выделяться. Ну, как выделяться, чтобы было отличить. Просто они в основном тоже белые у народа. По дефолту, я так понимаю. И чисто, чтобы отличаться от всех, хоть типа там. А где Макс? Да вот он. С синими наклейками по краям и Апексом. Фанат Апекса. Вот. Я думаю, в следующей серии попробуем сделать кузовню. Там бампера, не бампера, спойлеры.
Обязательно диски я хочу поменять, ну или на спиннеры поставить, либо диски, не знаю. Напишите в комментариях, что лучше, что вам больше хочется. Тыкнуть какие-то диски или вот эти спиннеры, которые крутятся. Ну там тонировка, фары там, ну это все посмотрим, глянем, может быть еще тюнинг какой нам внутренний открылся. А так, в принципе, все, ребят. Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, с вашей поддержкой, с вашими лайками будем тащить, выигрывать в гонках с соперниками, которые нам по силе. Ну и заходите на сервер, будем тоже вместе играть. Всем пока, народ. И пусть со всеми с нами будет огромная сила. Пока.